Ну что, волк? Волк — это, значит, 100% инвестиции. Не волк, значит, не 100% инвестиции. Ну, высокогривы беру. Anyway, заебись. Лучше, чем дикорог. Тем более под две гиены. Расстановка только мне не очень нравится, но как тут лучше сделать? Кто его знает. Такая-то уебанская расстановка. Просто отсюда вылезет один только чел. Там вполне возможно таунт бабл. Не знаю. Вполне возможно, так может даже лучше. Как сделать так, чтобы гиены больше всего разжались? Я не знаю. Может даже вообще вот так вот. Это две гиены вылупятся. Не знаю. Так оставлю. Да не, вот так поставлю, вот так поставлю. Не знаю, типа это не очень прикольно, но просто 2-2 сбивает бабл, и потом лев в туза заходит. Думаю, что это правильно. Я вижу две бомбочки. Мне это не нравится. Пиздец. Каким-то просто чудом выиграл, суча. Ну, как только на столе две гиены, бомбочка всегда одну из них убивает. Это, блядь, стрим пересмотрите. Не было еще ни одного файта, когда две гиены не умирали бы от бомбочки, когда их две на столе. Я не знаю, ненормально, блядь. Яйцо плюс ржавый голем. Подобилку чисто. Хз, у чела 5 мурлоков. Я думаю, что нам просто стоит, не знаю, взять какое-то самое сильное существо вместо этого и левелапнуться. Мне нужно волка искать, что я думаю, блядь. Ну, точно левелап. Продать 2-2 и поменять его на шредера того же. Он сильнее будет. Сильнее же. Ну, яйцо не сильнее будет. Хотя, как посмотреть. Хотя, как посмотреть так-то. Может быть, сильнее. Во, яйцо возьмем. Хотя, если там мурлыки, то... Все должно быть просто довольно-таки. Должен быть простой довольно-таки файт. У него, кстати, БТВ дуплетов нету, я понял. Он вышел в Т5. Это не дохуя или нагло, дружок? Это не дохуя или нагло? Главное не в ровера. А, да. Варлидера. Ну, тоже пойдет. Ну, затрахали реально. Мы тут победили и просто... Ну как он так ударяет-то, блядь? Ну это ж пизда! Мне сейчас ровер трахнет, потому что токены ебаные. Убей яйцо. Ебать. Ну ладно, это ничья, по-моему, потому что... Это даже вин, потому что тут 2, это 1, это вин. 6 урона. Бля, ну трейды ебанутые. Просто опять гиена умерла, когда их 2, блядь. Можно продать, купить, поставить 2 голема и волка. Можно поставить крысу. Мне крыса как-то больше нравится, потому что волк найден уже, правильно? Нахуй мне эти механизмы. Собственно-то говоря. Не уверен просто, что могу что-то лучше найти, поэтому крысу сейчас поставлю. Просто потому, что лучше не найти. Вместо яйца может поставить голема лучше. Это профитнее, он хотя бы атаковать может. И не вы от него избавляться. Причем, куда его поставить? Может, даже в начало. Главное, чтобы не было у дурачка... этого... Клива, чтобы не было. Он с дуплета в теории мог гидру найти. Это будет проблема, если она, блядь, с дуплета и пробафана на 8, она просто полстола скосит тут. Ну это вин, я не знаю, как тут проебать. Хотя можно так подъебать. Пиздец. Не, ну это пизда, это не... Просто без комментариев. Таргетно убивается гиена, когда их две штуки на столе. Четвертый файт подряд. Нихуя не паранойя. Не шиза. Нет, там, блядь, донос после топ-8. Угу. Случайно. Хз, гидру можно взять, но пока не ставить на самом деле. Можно ее вообще не брать. Можно просто ген ебаных брать просто, нахер они мне нужны. Я думаю, что я от гиен избавлюсь, от боссаных. Поставлю просто сильных бесов. Блять, дуплет, типа, не хочется от дуплета избавляться, но идите вы нахуй. Сори, аргусов нет на волков, это печально.
Ну, думаю, что не проблема, сейчас найдем. Ну, в принципе, у нас очень стол сильный, я не знаю, как мы можем проигрывать. Типа, сейчас еще вообще волка Т2 соберем, затаунтим, ревендера найдем, это будет чуть не вин. Занял топ-1, хайрольнул, после топ-1 топ-8. После топ-8 сейчас снова навалили два волка, блять. Случайно? Случайно! Ой! А чё с ебалом? Гидра в бомбочку. Ну, кстати, это тоже хороший удар. Но без разницы, он тут сейчас получит пиздец, сколько урона. Отправляешься в помойку, дружок, крысу. Фейка можно? Не знаю, в Т6 вообще выйти? Вариант. Я не вижу вариантов, как я проиграю этот файт. При этом в Т6 я буду искать уже Ревендера, Т2 Волка и Мам, потому и Кобр и так далее. Я думаю, что пока есть возможность, надо юзать. У меня очень большая ошибка, что когда у меня есть возможность левелапнуть таверну с очень большим аутвелью, я этого не делаю. Это большая ошибка, кстати, многих. Из-за этого люди проебывают рейтинг. Особенно на мурлоках, когда у тебя аутвелью ты нашел два багурла под браном и дальше на Т5 ролишь вместо ролла на Т6. Так же и на бестах. Намного легче найти Ревендера, намного легче найти волка, блять. В том числе можно найти гидру. Две кобры вместо двух львов. Или даже крыс. Скорее всего, даже крыс, потому что мы мамку уже не будем ставить. У нас уже весь пол бесов. То есть нам нужен просто Ревендер. Ой! Че мне пи... Ебать! Ой. 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 Мне пиздец. Найс, гидра. Откуда нахуй такая гидра на 10 атаки? Что, блядь? Откуда гидра на, блядь, 10 урона у чела? Откуда, блядь? Да. Что-то неожиданно прилетело в ебочку. Довольно-таки неожиданно. Мамку дали. Ну, возьмем пока что. Еще одну мамку дали. Нихера себе. Ну, по-любому надо брать. Вопрос вместо чего? Можно вместо двух львов, но вообще можно вместо крысы плюс клива взять две мамки. Попробовать через них дуплет собрать. И пробовать просто овербафать стол. Ну, Ревендера просто нету, и таунта нахуй нету на это. Ну, либо я скипнул, либо нету таунта просто на двух волков. И это проблема так-то большая причем. Можно даже Т2 крысу продать. Можно просто два льва продать и две крысы оставить. Ну, вообще два льва выглядит как-то хуже, по-моему. Хотя, не знаю. Два льва как-то похуже выглядит, ну, лично для меня. Поэтому оставлю... Я реально, я либо не вижу таунтов, таунгиверов, либо что? У меня нету таунгиверов просто на эти две карты. Так, я разбился сюда. В мамку, блядь. Ну... Еще мамку убей. Ебанат, бля, ебаный. Ударь волка, блядь. Да, блядь, пошел ты нахуй с такими ударами, животное, блядь. Ну как так-то, блядь? Опять въебал. Бля, просто гниды ебаные, скрытопульные, блядь. Такой стол въебывает вот этому, блядь. Да ну, блядь, такого не бывает. Идите нахуй. Такого просто не бывает. Что-то у меня очень странное ощущение какое-то, блядь, играть с этим фейком, который меня отъебал жестко. Если честно. Ну я просто не знаю, как я проиграл предыдущий файт. Я просто не понимаю. Ну, я не мог там проиграть вообще, блядь, никак, но я проиграл. У него был клиф на 10, типа. Клиф сейчас ударит точно в волка, но максимум заберет крысу, но у нас две мамки и вообще посрать. Ну я не знаю, как я могу проиграть фейку с таким столом. Вообще не понимаю. И вообще, как я проигрывать с таким столом могу, блядь. Две крысы, три крысы, две мамки, два волка, блядь, вдумайтесь. И опять он бьет первый, опять он бьет хорошо. Че, проебал фейку? Бля, меня ебало игру просто ебало. Типа, я проигрываю вот с этим столом в 4 мамки, блядь, в 1000 крыс, понимаете? Я проигрываю, потому что фокус идет в мамку, потому что их 2 на столе. И фокус идет во вторую крысу, а не в первую. И по итогу не раскрывается 2 крысы. И каждый файт-то. Не знаю, если я сейчас этим столом проебу Ван Клифу, то, ну, значит, я слабый игрок. Ебать, стол в 4 мамки. У меня такого стола никогда не было, наверное, вообще-то без так. 4 мамки я никогда не собирал. Ладно, еще типа золотая мамка, он пару раз было, но... Ебать, такой стол, который сейчас на экране, я не собирал, реально не рад. О, в мамку опять удар, смотрите, опять их две, сейчас будет фокус мамку. Ну, фокус яда, ну такое, блядь, такое. Мунка С. Мунка С. Ну я не проиграл тут уже, блин. А отсюда из лобби, блядь, животное! Кстати, если бы он ударил сюда, я проиграл бы, да? Ну нахуй из лобби! Говно.
Я рожу. Чё, блядь? Не, ну слышите, это перебор, по-моему, уже. Это перебор немного, не? Ну так-то, а чё, на 12-12 будет? 7 крыс, 5 мамок, золотой волк. Я скриню это скрин. У меня такого стола за 1000 игр никогда не было, блядь. Но ревендера нету, как бы, и без ревендера можем проебать по статам. 40 310, блядь! Да бледина ебаная, блядь! Куда ты бьешь, нахуй? Ну пиздец, что у меня это животное выиграет вот это, или чё? Ну как же так, блядь? Ну как же так-то, блядь? Это я не убиваю, просто нет урона. 40 атаки, блядь. Убрал яд, типа, и из-за этого проиграл. Блин!